система управления украинскими войсками уже интегрирована с натовскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. Вступление Украины в НАТО – это прямая угроза безопасности России. Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. Что Украина собирается создать собственное ядерное оружие.